На сегодняшний день самый дешевый и самый адекватный способ переводить деньги из Казахстана в Россию и из России в Казахстан – онлайн-сервис PaySend. Комиссия независима от суммы 199 тенге на перевод из Казахстана в Россию, республики бывшего СССР и в Европу. 49 рублей из России в Казахстан, Европу и бывший СССР. Просто, быстро, наглядно, онлайн. Без доплат и игр с валютным курсом. Самая низкая фиксированная комиссия за международные переводы. По интернету, с карты на карту. PaySend. Подробности по ссылке в описании. Здравствуйте, Алматбек Шошенович. У меня такой вопрос. Спикер Сената Казахстана и отдельные министры недавно в социальных сетях прокомментировали ваше выступление во время обсуждения национальной стратегии устойчивого развития. Вот, что бы вы могли ответить на их комментарии? Спасибо. Ну, я на их комментарии уже в самом начале ответил словами Швейка. Я еще раз прочитаю. Для меня кайф прям. Они же денщики у своего начальника. Вот Швейк, бравый солдат Швейк, рассказывает про денщика и его начальника, офицера. Швейк, это часть четвертая, приключение бравого солдата Швейка, называется «Продолжение торжественной порки» в самом начале, для тех, кто хочет проверить. Швейк принялся рассказывать, что в одном полку у одного офицера был послушный денщик. Он делал все, что не пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего начальника, офицера, сожрать ложку его кала, он ответил, если господин лейтенант прикажет, я сожру, только чтобы в нем не попался волос. Я страшно брезглив. Вот начальник говорит денщику, там он председатель Сената или премьер-министр, кто бы он ни был, они денщики у своего начальника. Если он им скажет, вот как Швей говорит, сожрать ложку кала, я уверен, сожрут. Уверен. Без камеры, но сожрут.